Добрый день, дорогие друзья, и снова приветствую вас на своем канале Сам Себе Бензомастер. Вот, ну как бы в ремонте вот такая вот новая пила. Ну, по словам клиента, что течет масло вот здесь вот из-под насоса. Ну, вообще течет масло. Как бы в бачок заливал, проверял, нету нигде течи. Может, это, конечно, ошибочное мнение клиента, но давайте проверим еще раз. Для этого я отключу сцепление и посмотрим со стороны маслонасоса, нет ли там где-то зазоров между трубкой и маслонасосом, либо исправен ли сам маслонасос. Для того, чтобы это сделать, мне нужно выкрутить свечу и открутить стартер, потому что иначе при откручивании сцепления или закручивании сцепления можно поломать звездочку стартера. Поэтому сейчас мы с вами эти работы сделаем. Открутим стартер. Зафиксируем поршень. И сделаем проверку. Чаще всего, что обычно, масло просто подтекает, но чтобы оно вытекало при работе так интенсивно, это либо сломан маслонасос, потому что других вариантов здесь вряд ли может быть. Так, вот я снял стартер. Сейчас я поршень ставлю в такое положение, чтобы он примерно перекрыл выхлопное отверстие. И шнурок с навязанными узелками я вставляю в свечное отверстие. Так, вот теперь я буду с ним откручивать сцепление. Сцепление можно откручивать в домашних условиях вот ключом для болгарки. Вот таким вот образом на вставочку и откручиваем. В условиях мастерской у меня есть специальный ключ, который я сам сделал из сцепления. Вот такой вот ключ, которым я откручиваю сцепление. Сцепление откручивается по часовой стрелке. Оно может сидеть на фиксаторе резьбы, может не сидеть. В принципе, это не обязательно садить на фиксатор резьбы. Если вы его нормально закрутите, то сцепление не открутится. Вот такую вот диагностику мы сейчас сделаем с вами, для того, чтобы убедиться, действительно здесь есть проблема или проблемы нет. Так. Снимаю привод маслонасоса. Вот я его снял. И сейчас откручу вот эти вот три винта, крышку. И посмотрим на состояние системы смазки. Так, снимаем крышку и здесь я вообще проблем никаких не вижу, то есть все нормально, нигде подтеков масла нет, резинка, которая входит в бачок, сидит достаточно плотно, то есть проблем вот здесь в этой части вообще никаких нету, даже близко. Насос целый, насос не сломан, вот эта часть насоса. Если бы она была сломана, вот этот штифт выпал и вылетела бы вот эта часть, то тогда, конечно, бы вот здесь подтекал бы этот насос. В данном случае проблем вообще нету на этой пиле. То есть проблема, скорее всего, заключается в том, что клиент никогда не сталкивался с бензопилой. Вот, и поэтому он ошибочно считает, что вытекает масло из бачка. То есть масло может стекать с цепи, но в данном случае здесь нигде нету никаких проблем. Сейчас я это все обратно
закручу. И, в принципе, диагностику мы с вами сделали. Так, привод маслонасоса я ставлю. Подшипник. Звездочки. Вот. Пару капель масла на него. Венец. Звездочку. Шайбу. И закручиваю сцепление. Сцепление закручиваю против часовой стрелки. Закручивать надо очень хорошо сцепление, чтобы оно в процессе работы не открутилось. Все, сцепление я закрутил, шнурок можно теперь вытянуть и закрыть стартер. То есть мы с вами на этой пиле сделали диагностику масляной системы, системы подачи масла на смазку цепи. Так, закручиваю свечу. Ставим фильтр. Все, закрываем. В принципе, проблем с этой пилой нет, поэтому ее можно отдавать в работу. Вам спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал YouTube. Сам себе бензомастер.